Она ездила по самым опасным точкам планеты, рискуя жизнью ради правды. Я безоружна! Не стреляйте! Я не... Дамы и господа, иностранный корреспондент года Мэри Колвин. Основана на реальных событиях. Откуда повязка на глаз? С острова Сокровищ. Фотограф нужен, справишься? Лучше всех. Все время об этом думаю. Не думать о таком могут только психопаты. Те, кто у власти, не ведают ужасов войны. Они не страдают и не умирают, как простой народ. Мы должны рассказать им всю правду. Вы готовы утопить свою страну в крови? Что случилось? Открыли огонь по журналистам. Попадетесь в руки властям, вас убьют. Каждую ночь кошмары мучают. Ваша жизнь пропитана войной. Нельзя так собой рисковать. От режиссера «Земли картелей». Ненавижу стрельбу и кровь, но меня так и тянет увидеть все своими глазами. Для вас это наркотик. От продюсеров «Ветреной реки». Если включить телефон, дроны узнают, где мы. У нас нет времени. Никто в здравом уме не согласится на эту работу. Самое мощное оружие, ей надо убираться оттуда. Это правда. Нужно возвращаться. Нас убьют, если вернемся. Розамунд Пайк. Я хочу, чтобы люди узнали о вас. Джейми Дорнан. У вас дар от Бога заставлять людей опомниться. Стэнли Туччи. За жизнь. Я на это смотрю, чтобы вам не пришлось. Если перестанете в себя верить, на что тогда надеяться нам? Наверное, мне бы хотелось жить нормальной жизнью. Только я не знаю, как. Частная война. Скоро.